Витязева, проезд Скифский. На всем протяжении прохода к морю туристов сопровождает навязчивая, а главное, незаконная торговля. Сувениры, украшения, орехи, алкоголь и даже средства личной гигиены. А также большое предложение различных услуг. Плетение африканских косичек, временные тату. Ни один из владельцев точек разрешения на торговлю не имеет. Открыт вопрос и с санитарными книжками продавцов. Хотя о соблюдении санитарных норм говорить и не приходится. Многие товары отпускаются прямо с земли. Некоторые бизнесмены добровольно убирали свои точки с муниципальной земли. Другие попытались спрятать вывески и столы. Алкоголь в этом некапитальном павильоне реализуют незаконно. Но у предпринимателя свое мнение на этот счет. Вам ничего не говорит, что не стационарий, нельзя торговать пивом? А как у тебя у нас на доме стоит? Как мне вот у нас на доме стоит. Незнание закона по-прежнему от ответственности не освобождает. Как пояснили специалисты, алкогольная продукция может реализовываться только в стационарных капитальных магазинах. Наличие только фундамента недостаточно. На предпринимателя составили протокол, алкоголь изъяли. К нам сегодня присоединились сотрудники ГИБДД, которые наделены полномочиями штрафовать также. И помимо этого еще могут вывозить сразу, если объекты бросают. Наши нерадивые предприниматели, бизнесмены бросают объекты, они сразу тут же вывозят к себе, складируют, опечатают, и дальнейшее уже потом принимается решение у них на административной комиссии. В ходе рейда было составлено 13 административных протоколов, вывезено 3 нестационарных объекта, изъято 185 литров алкогольной продукции. Рейдовые мероприятия будут продолжаться все лето. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа регион.